На часах еще нет 8 утра, а на Майдан уже съезжаются гости. Сабантуй горячо любим не только нижнекамцами. Едут на него со всей республики и даже страны. Настроение очень отличное даже. Я приехал в город из Бавлов специально, чтобы смотреть Нижнекамск, на людей посмотреть, себе показать и посмотреть на красоту, успех нижнекамцев. Очень прекрасный день, погода позволяет. Замечательный, самый прекрасный в Татарстане, кстати. Вот специально с Казани приехал. Отдохнуть немножко, развлекаться, старость, молодость вспоминать. По детишке больно любит у нас Сабантуй. Дорогие наши нижнекамцы, поздравляем вас с таким замечательным праздником Сабантуй. Хотим пожелать всем бяхет, сэлэмэтлэк, шатлэк, тазалэк и сянлэк, чтобы все были живы и здоровы. Поздравляю всех нижнекамцев. Желаю самое главное настроение веселого, позитива, здоровья крепкого, самое главное сейчас. Всех сельчан, которые трудились в поле, поздравляем с праздником. Всем блага. Хорошего настроения, чтоб хорошо погуляли все. Красавицы в татарских национальных костюмах, песнями и танцами встречают гостей. Среди почетных заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр экономики Митхат Шагиахметов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Айдар Метшин. Делегация во главе с Рамилем Мулиным до начала пролога посетила все площадки Майдана. А смотреть было на что. Нижнекамский Сабантуй вновь удивил своим размахом. Яркие тематические площадки, творческие мастерские, подворья национально-культурных обществ, выставочные экспозиции предприятий города, праздничная торговля. Каждый мог найти занятие по душе. Для детей работал детский майдан. У нас сегодня мастер-класс по глажению белья старинными предметами. Как это происходит? Это у нас рубель, на валик накатывается вот ткань, и вот так вот потом таким образом проглаживается. А еще Нижнекамский Сабантуй – это праздник дружбы народов. Так было всегда. Вот и в этом году его отмечали все национально-культурные объединения Нижнекамска. Еще одна визитная карточка Сабантуя – пролог. Здесь по-настоящему прекрасно все, восхищаются зрители. Чего стоит только расположение сцены. Зрители наблюдают за театрализованным действием с высоты. Эффект незабываемый. Майдан пестрил яркими костюмами. В этом году в прологе приняло участие 2500 человек. Школьники, вокалисты и актеры, воспитанники театральных и хореографических коллективов. Главные герои праздника – работники сельского хозяйства. Батыров Сева и других аграриев отметили наградами и благодарственными письмами. После большого труда проводим праздник Сабантуй. Это, наверное, все-таки кульминация вот общего труда не только тружеников села, но и тружеников города. То есть мы всегда неразрывны с селом. Город всегда был, поддерживал село, и село поддерживал город. Поэтому этот праздник – олицетворение победы, кульминация труда. Ну и это наши традиции, которые мы должны сохранять. Поэтому мы в первую очередь и в прологе, и в наших площадках старались создать именно аутентичную атмосферу для того, чтобы передать именно наши традиции, нашу культуру, наш язык. Сегодня Нижнекамск – это нефтехимический центр нашей страны. Но вот сегодня мы приветствуем наших сельских тружеников. А Нижнекамск вносит значительный вклад и продовольственное обеспечение нашей республики. Поэтому это очень важно. И сегодня, когда мы видели, я еще раз повторяюсь, это глаза, настроение людей, это очень приятно. После пролога зрителей ждал концерт. На сцене выступали творческие коллективы Нижнекамского муниципального района и звезды татарской эстрады. Под зажигательную музыку танцевал весь Майдан. Праздник Сабантуй – это единственный наш национальный татарский праздник, где мы празднуем, веселимся с родными, с друзьями.
играем разные игры, поем, танцуем. Поэтому спасибо, что позвали меня и в этом году. Я очень рад, что сегодня мы празднуем Нижнекамске. С праздником вас! Продолжались гуляния до вечера. Праздник не оставил равнодушным никого. Нижнекамский сабантуй, он какой? Душевный, радостный, ожидаемый, любимый. Он семейный, радостный, праздничный. Он такой эмоциональный. Самый прекрасный сабантуй. И все эти теплые слова говорятся из года в год. Нижнекамский сабантуй сохраняет в себе все самые лучшие традиции татарского народа. Именно поэтому считается одним из самых лучших в республике. Анастасия Шакирова, Александр Лихачев. Новости НТР.